Тетушка Тефаль, скажите, а вы замужем? Ну, конечно, замужем. За самым лучшим мужчиной, за моим Йосичкой Кантерманом. А как вы с ним познакомились? Ой, я пришла в ресторан, а он там на скрипке играет, играет. И я вот как увидела вот это все, я прям вот сразу в омут с головой. И с тех пор, вот как вижу, что мужчина на скрипке играет, у меня вот прям сразу вот здесь вот в груди не щемить начинает. Ну тогда приготовьте валерьяночку, потому что сейчас на сцене появится гуру игры на скрипке, маэстро Герасим. И Василиса Шадарова.